Православные христиане вступили в пору Великого Поста. Времени покаяния, усиленной молитвы, времени возрождения человеческой души. Что же такое пост? Можно сравнить его с таким вот духовным домкратом, да? Скажем, машину сложно поднять, если что-то в ней сломалось, очень сложно поднять ее руками. Никто это обычно не делает. Но очень легко сделать это при помощи домкрата. Вот то же самое и душа человеческая. Мы часто боремся с какими-то страстями, с какими-то грехами и не можем совладать с ними, пока не осознаем, что и в духовном отношении есть некая наука духовная о том, как нужно бороться с страстями. Пост – это вот некий такой духовный домкрат, который помогает нам ослабить наши страсти. Действительно, когда мы начинаем поститься, многие страсти утихают, многие грехи сами по себе уходят. Человек двухсоставен. Есть наша душа и дух, есть наше тело. И вот через тело мы как бы таким домкратом поднимаем нашу душу. Часто время Великого Поста называют духовной весной. Так же, как после временного зимнего омертвения оживает природа, в наших грешных душах, омытых словно весенним дождем слезами покаяния, прорастает любовь и радость. Любовь к Господу и радость от встречи с Ним. Дело не только в том, что Великий пост очень часто совпадает календарно с началом весны, но и потому, что он нас ведет к духовному лету. Пост ведет к Пасхе. Если вы заметили, любой пост в православной церкви, большой пост, всегда заканчивается великим праздником. И сам по себе пост – это средство. Часто люди задают вопрос, но вот мы и так много в жизни лишены, да, есть какие-то лишения, есть какие-то скорби в нашей жизни, зачем себя еще дополнительно в чем-то ограничивать? И так в жизни мало радости, а зачем еще лишать себя каких-то там вещей, вот в пище и так далее, и так далее. Для того, чтобы прийти к Пасхе, мы должны очиститься, мы должны оставить что-то плохое внутри нас, потому что наши беды и наши скорби – это прежде всего наши грехи и наши страсти. Если мы избавимся от них, тогда мы сможем принять ту благодать, которую Господь дает нам в великий праздник Пасхи. Мы сможем подойти к этому празднику с чистым сердцем, с сердцем, освобожденным от каких-то страстей, от каких-то наших грехов, для того, чтобы Господь, взяв кусочек нашего плотяного сердца, да, дал нам кусочек своего сердца духовного. Так же, как радости воскресения предшествовала скорбь, великая скорбь, умирание на кресте, так же и радости нашего воскресения предшествует вот эта скорбь Великого Поста. Но это кажущая скорбь. На самом деле, каждый человек, который приходит к покаянию, который приходит к исповеди, он чувствует ту радость, которая зреет внутри него. Как в смерти Христа на кресте мы видим воскресение, будущее воскресение. Вот иногда смотришь на икону Успения Пресвятой Богородицы, да, и вот вспоминаешь тропарь Успения. Простите, что говорю сейчас об этом празднике, но как-то вот в пост именно он лично мне чаще всего вспоминается. В Рождестве детство сохранилось, и во Успении мира не оставило еси. То есть мы в этой скорби видим прежде всего радость. Радость, которая приходит через скорбь к нам. Чтобы прийти к радости духовной весны, необходимо пройти через очищение покаянием. И поэтому на первой неделе Великого Поста читается в храмах великий покаянный канон Андрея Грицкого. Чем особенен этот канон? Чем он выделяется среди остальных покаянных произведений Православной Церкви? Прежде всего тем, что Андрей Грицкий вспоминает всех праведников, вспоминает всю историю Ветхого Завета, и то, что было в ней плохого, то, что было в ней хорошего, доброго, светлого, святого. И вот каждый из нас, вспоминая всю историю, священную историю, должен в конце концов вернуться к своей внутренней истории, к своей истории, начать как будто бы все сначала, все пересмотреть с самого начала, свое отношение ко всему. И вот очень важно действительно в эти дни, в дни чтения канона Андрея Грицкого быть в храме,
Важно молиться, важно слушать все это и посмотреть свою душу. Святой пост называют временем духовного врачевания. От каких же болезней излечивает он современного человека? От гордыни и тщеславия, от озлобленности и суеты, отвергая на время поста удовольствие жизни, вводя ее внешнее однообразие, истинный пост открывает для каждого из нас самый неизведанный мир, собственную душу, и врачует ее молитвами, делами любви и милосердия. Душа каждого человека больна грехом в той или иной степени. И вот порой эта болезнь достигает той стадии, когда возникают некие осложнения. Я обычно, говоря о грехе, говоря о страстях, привожу вот такой пример. Возьмите, прикоснитесь к вашей руке, просто слегка ударьте по руке своей. Вы не почувствуете никакой боли в том месте, если вы бьете по тому месту, которое не болит, в тому месту, где целостный кожный покров. И возьмите, ударьте или дотроньтесь до того места, где у вас ожог или где у вас порез был. Вот там вы почувствуете боль. Так вот, почему мы чувствуем боль, общаясь друг с другом? Почему мы так тяжело воспринимаем какие-то моменты, которые, может быть, не столь важны? Почему это приводит к каким-то семейным неурядицам, каким-то разногласиям в семье, очень серьезным разногласиям, которые потом приводят к разводу? Это страсти наши. Вот наша душа воспалена, и поэтому любое прикосновение к ней, любое несогласие, скажем, супруга или супруги, так больно ранит нас, потому что душа больна грехом. И вот Великий пост, прежде всего, в любой другой пост, в любой другой день, конечно же, духовной жизни православного христианина, мы боремся с этими страстями. Мы стараемся излечить нашу душу. И для того есть, конечно же, свои духовные лекарства, совершенно осязаемые, как в данном случае Великого Поста, это ограничение себя в чем-то. И действительно, когда ты начинаешь себя в чем-то ограничивать, как вот говорят святые отцы, отдай плоть и получи дух. Постарайтесь вот именно первую неделю Великого Поста и последнюю седмицу Великого Поста как максимально больше быть в храме. Может быть, это несколько тяжело, действительно, это тяжело немного физически, но в то же самое время мы должны с вами понимать, все хорошее дается с трудом, плохое приходит очень легко, а хорошее все дается с трудом. И дай Бог, чтобы есть о Рождестве такие слова святых отцов, что Господь мог рождаться и умирать на земле тысячи раз, но мне нет никакого прока в том, если однажды Христос не родится в моей душе. Вот то же самое. Дай Бог, чтобы праздник Пасхи мы с вами ощутили воскресение Христово не просто в том, что происходит вокруг нас, а в душе каждого из нас.